Я очень благодарен организаторам фестиваля «Волшебный фонарь» за то, что, ну, элементарно за то, что я узнал, что существует такое интересное мероприятие, такое начинание, начато это начинание уже не первый год, оно существует уже несколько лет. И я таким образом узнал о том, что есть люди, есть организации, есть, не побоюсь этого слова, сообщество, которая занимается проблемами не только школьников, обычно, скажем так, детей, подростков, но и так называемых детей, подростков с определенными особенностями. И очень важно, что «Волшебный фонарь» объединяет всех, и всех юных зрителей, всех юных авторов, независимо от того, скажем так, обычные это или не совсем обычные юные создатели. Вот это очень важно. Вместе, конечно, со взрослыми, потому что не будь взрослых, не будь тех, кто все это организует, все это собирает, всех нас собирает, включая жюри, приглашает, объединяет, договаривается. Ведь есть такая невидимая сторона для зрителя, которая существует в любом мероприятии. То же самое можно сказать и об организаторах кинофестиваля, которые сделали все возможное в наших современных, непростых еще к тому же условиях. И все получилось. Несмотря на, может быть, какие-то сложности восприятия, конечно, в Zoom, конечно, или там в других дистанционных технологиях не так все воспринимается естественно, как если бы мы собирались и видели бы друг друга и так далее. Но мы исходим из ситуации, которая есть здесь и сейчас, и будем надеяться, что следующий «Волшебный фонарь» позволит нам увидеть друг друга уже не только дистанционно, но и по-настоящему, да, живьем. Вот так. Я желаю всем и авторам, и зрителям того, чтобы это начинание продолжалось, чтобы это стало хорошей традицией. Да, я думаю, это уже стало хорошей традицией. И будем надеяться, что мы снова увидимся, дорогие друзья.